Сразу на 30% по сравнению с сентябрем на Камчатке увеличилось количество вакансий в сфере наука и образования. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter. Среди опубликованных вакансий – учителя математики, химии, русского языка и литературы, педагог по вокалу, педагог-психолог, учитель начальных классов и хореограф. Кадров не хватает в школах номер 42, 16 и 35, а также в Камчатском сельхозтехникуме. Предлагаемая зарплата варьируется от 30 до 65 тысяч рублей. Кроме того, прирост наблюдается в таких сферах, как автомобильный бизнес, строительство, рабочий персонал, продажи и производство.